Ну что, мы подключились. Ждем потихонечку, пока наши подписчики тоже будут подключаться в наш прямой эфир. Вот, немножко опоздали. Просим прощения, пока доехали. Пробки. Вроде суббота, выходной, а все равно пробки есть. Приветствуем вас в нашем прямом эфире. Добро пожаловать. Доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, нас слышно? Мы просто одели наушник, чтобы лучше звук был. Вот, и мы проверяем связь, как вам слышно, не слышно. Напишите что-нибудь. Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, как звук, слышно ли нас, как качество видео. Прекрасно слышно. Замечательно. Да. Ну что, дорогие друзья, мы начнем наш прямой эфир, начнем показывать вам текстиль и все, что вы можете приобрести в этом магазине. Напомним, что доставка будет этого текстиля авто, заказ от 2 килограмм минимальный. Вот, если вы хотите 1 килограмм, можем доставить вам авиа. Ну или кому срочно, кто хочет побыстрее и не ждать там, да, грубо говоря, месяц, тот может авиа с нами побыстрее, но, к сожалению, дороже отправить. Дорогие друзья, сейчас мы будем показывать вам ассортимент данного магазина. Начнем мы с постельного белья. Здесь представлено несколько производителей. Продавец данного магазина, хозяин, он владеет русским языком в идеале, поэтому все вопросы можете нам здесь в комментариях задавать. С радостью на них ответим. Ну и, конечно же, вы можете прямо во время прямого эфира заказы писать. Мы можем для вас уже все отложить здесь. Потому желательно что... вам сейчас сделать заказ. Почему? Потому что в течение недели, конечно, мы продлим эту акцию, но, возможно, в наличии не будет уже нужного ассортимента, чтобы вам понравиться. Да? Мы не можем обещать вам, что вот этот комплект будет здесь через 3 дня. Поэтому сейчас у вас большое преимущество во время прямого эфира приобрести нужные вам товары по хорошим ценам. И, пожалуйста, делайте скриншот, что вам именно понравилось, или запоминайте название, мы будем произносить, да, название постельного белья, потому что иногда там, вот мне вот тот на третьей полочке, который в горошек стоял, там говорят, ну, к сожалению, это тяжело понять, какое именно, поэтому делайте скриншот, присылайте, чтобы было более точно и понятно. Да, у каждого комплекта есть название, поэтому мы будем на этом делать акцент. Желательно делайте скрины экрана, так будет очень удобно. Потом, если что, вдруг не успеете во время эфира что-то заказать, отправите нам на WhatsApp в директ, и мы отложим для вас нужные товары. Комплекты с одеялом. Да, мы тоже покажем все, что здесь есть. Ну что, давай мы начнем, наверное, именно с постельного. Да, сейчас перевернем камеру. Переворачивай. Если будем быстро или медленно, вы нам пишите. Камеру переворачиваем. Хотим познакомить вас с хозяином данного магазина еще раз. Всем добрый день, меня зовут Фарима. Прошлый эфир у нас был хорошенький, но, как девочки говорят, было очень много вопросов. Теперь более подробно за каждой модельки будем рассказывать. Опять же, вот подчеркнули насчет доставки и всего, индивидуально. Это все, когда будет касаться определенной страны или города, можете писать в личку, или же как там бывает у вас, и сам уточнять цену. Это будет намного быстрее и лучше. Давайте начнем с бюджетного варианта постельного белья. Давай с верхней полочки. Это бюджетный вариант? Бюджетный вариант у нас есть в двух или в трех. Вы пока несколько моделей здесь покажите. Я сейчас одну модельку вам покажу. Это Runforce. Здесь у нас двух с палочки идут. Можем... Фирма Furize. Название тут я не вижу. Ну, тем не менее, если что, Furize. Вот цвет. А вопрос, это двуспальная же, да? Смотрите, в данный момент будем показывать все модельки двуспальные. Runforce — это тот же самый хлопок, который стирается при 60 градусах. Либо обычный хлопок, либо поплин, либо перкаль. Это все порядком идет, относится к серии хлопков. Бюджетный вариант, он вот такой. Чем отличается этот набор, скажем, от этого набора? Сейчас я камеру протру, секунду. Сейчас я сниму. Вот так будет лучше. Это все одно и то же. И здесь размеры 200 на 220 пододеяльник, 240 на 260 простыня, две наволочки, соответственно. И здесь то же самое. Но поскольку многие люди, допустим, говорят, мне для себя, не на продажу, либо на продажу бюджетный вариант, мы убрали коробку, потому что эта коробочка тоже стоит определенных денег. Здесь клееночка, здесь ниточка, здесь внутри коробка и так далее. Это получается более бюджетный вариант. Но ни в коем случае он неплохой, или не второй сорт, или там, не знаю, с какой-то там неправильной ниточкой. Нет. Единственный такой момент. Теперь. Цена.
цена такого комплекта? 575 лир. 575 лир. Да, это будем называть в лирах цены. Угу. Да. Теперь второй момент. Хлопок. Если брать хлопок Рамфорс, здесь идут по ниткам. Здесь 57 ниток. Он стирается при 60 градусах. Фабрика-производитель Маджори. Есть у нас такая хорошенькая фабрика. У них есть и сатин, у них есть и хлопок. Угу. В данный момент идет разговор за хлопок. У нас здесь, поскольку мы оптовики, представлено несколько фабрик. Угу. Из постельного белья, несколько фабрик из полотенец и так далее, и так далее. Если взять хлопок производителя Фирузе, это обычный хлопок, это не Рамфорс. Он стирается при 40 градусах. Что будет, если постирать при 60? При частичной стирке, то образуются каточки. Ну, это не через 2 раза, не через 10 раз, но будут. Обычно вопросы не бывают. То есть любой комплект всегда мы стираем при 40 градусах? Нет, вот эти вот, хлопок, да, хлопок. Сатин? Вы правы, желательно стирать при 40, и сатин тоже. Но сатин из-за того, что ниточки 83, плетение плотное, можем стирать при 60, ничего с ней не происходит. Это одна фабрика. Да, давайте я покажу фирузе, какие есть наличие расцветки. Фирузе в данный момент на полочке 2, а так в нашем канале выставлено много расцветок. 675 лир. 675 лир. Еще раз повторяемся, это бюджетный вариант, да, хлопка, стопроцентного. Вот это все, что я показала, это вот это эти бюджетный вот вариант. Бюджетный вариант. И сам вот эта нижняя полочка, однотонные модели, да, тоже. Да, как есть. Раз вот пишут, да. Покажите однотонные. Однотонные модели, раз, два, три, четыре, пять. Еще одна имеется вот здесь в наличии. Это у нас. А просто необыкновенная, да? То есть не... Здесь размер 2,40 на 2,60. 2,40 на 2,60. Вот еще одна модель. В красном, красно-серая. Угу. Получается, простынка у них одинаковая, пододельники на вылочке меняются. Здесь спрашивают, бюджет $100 правильно или нет? Нет. Ксюшечка, расскажи, минимальный заказ у нас 2 килограмма. Вы можете заказать сегодня в нашем прямом эфире один комплект постельного белья, и этого будет и достаточно. Мы вам доставим, да, все верно. Дальше. Давай так, я еще не показала. Вот однотонный раз в голубом цвете, сиреневый и желтенький. И до этого нам показали красный. Да, вот это вот, смотри, Маджори, еще раз давай покажем расцветки. Этот комплект, стоимость какая у него? 875. 875 лир. Маджори. Такой цвет. 100% хлопок. 100% хлопок. Желтый. Теперь еще вот такой момент. Вы показываете, я буду рассказывать. Ага, давайте. Почему, допустим, мы выбрали именно Маджори или неопределенно другую фирму? Поэтому, почему? Потому что мы ее испытали. Из бюджетного варианта тоже очень много вариантов. Очень много бюджетных вариантов имеется в наличии. Но этот бюджетный вариант, который на сегодняшний день у нас, например, марка Paris, марка Bella Home, марка Firuze, мы с ними сотрудничаем очень долгое время. А скажите, пожалуйста, здесь еще входит парфюм. Это другой набор. Эти две модельки, в них входит покрывало вафельное. А, это другая. Европастыня. Это модель называется Истанбул и Егежелер. Фабрика. Хорошо, вот здесь мы закончили Маджори. И вот нижний ряд, два. А, нижний. И еще внизу. Вот название, если что, Натура. А сколько наволочек? Две. Две наволочки. 50 на 70. 50 на 70. Можете вот здесь показать, чтобы размер прочитали. Вот, да. Именно вот эту вот часть. А потом мы покажем еще комплекты. Вы говорили, что там можно 70. Значит, 200 на 220 под одеяльник. А, здесь просто на резинке написано. Не на всех. Не на всех. Да, его лучше не надо на резиночке, потому что резиночка бывает 160 матрас, ага. 180 матрас. Мы можем его не угадать. Да, лучше обыкновенный. 240 на 260. Тут уже катонбокс пошел. Да. Так, поехали дальше. Истанбул, как Истанбул, вы сказали? Истанбул и Егежелер. В данный момент они представлены. У них есть 4 расцветки, эти две. Еще в наличии имеются 2. Я вам сейчас их покажу. Здесь тоже 2 наволочки? Там 2 наволочки, большая простыня, большой пододельник. И пододеяльник есть или покрывало здесь? Вафельное. Покрывало. Покрывало вот такое, да, вафельное. Значит, диффьюзер, ароматизатор для комнаты идет в подарок. Простынь и две наволочки. Вот еще одна модель. Желтый, и вот еще одна модель. Вот этот красивый цвет. Белого вкуса. Угу. Вот, ну, такой, да, нежный, нежно-розовый.
И наверху вот еще один. Ну, такой осенне-летний, весенний вариант. Да, скажем. Это пудра. Так. И все модели подобраны так. Тут подходят. Нет пододеяльника? Нет. Нет. Нет, все понятно. Простыня, две наволочки и покрывало вафельное. Угу. И можно и укрываться, и застилать. Так, Истанбул и Гиджилер. Мы вам показали. Продолжаем дальше. Давайте, это что, Cotton? Это Cotton Box. Это модель Cotton Box. У этих моделей есть то же самое. Большая простыня евро, большой пододеяльник и есть две наволочки. Угу. Если сильно большая разница между Маджоли, Cotton Box или там Алтынбашак или еще какой-то фирмой, нет. Просто плюс-минус. У всех свои рисунки. Патентованный материал плюс-минус. Кто-то полирует, кто-то нет. Вот здесь тоже вот. Cotton Box. Вот. Кто-то могу включить. Все то же самое, да? Две наволочки, просто не пододеяльник. Да, две наволочки, простыня, не пододеяльник. Так, тут уже другое. Другая, вот Cotton Box еще. А вот этот Cotton Box такой же? Нет. То же самое. А просто у него цена 875, а у тех 1150. Потому что здесь идут, как сказать правильно, рисунок. А, то есть принт. Много. Давайте по ценам, значит. Мы Истанбул и Гиджилер цены не назвали. 1150. 1150, Истанбул и Гиджилер. Cotton Box 875. 875 и в некоторых моделях 975. Угу. И в некоторые модели 1150 вот эти вот. Да. Почему такая разница получается? Разница в ниточках. Где-то 57, где-то 58. Сильно большое значение не придает. Просто есть, допустим, модели, которые выпущены, скажем, в феврале. Там в январе цена, это самое, в апреле цена поменялась. И плюс-минус. Там небольшая разница. То есть, соответственно... Вот еще один комплект. Теперь Виктория покажем. Да, Виктория очень красивые. Однотонные, да, они идут? Виктория сегодня сделала нам такой сюрприз. Буквально даже вчера пришло. А-а-а. Все модели однотонные. Однотонную модель, если снять картиночку вот здесь, то обратная сторона пододеяльника будет в один цвет, простыня и наволочка в другой. Нижний можете тоже показать, допустим. Вот так прям, вот так вот, да. Видите, как оно видно? Серо. Да. Ага. И так далее. Винтоловый. Красивые такие цвета, вообще нежные. Да. Необычные модели сделали. Вот если сделали. Что, название тут можете запоминать. Стоимость 875. Да, еще здесь такой большой плюс есть. Все, у кого имеются наволочки 70 на 70, мы можем вам предоставить в комплекте дополнительно. Виктории? Да. И какая цена будет? 875, 975. На 100 лир дороже. Это Ranforce Deluxe? Что? Это Ranforce. У Виктории большой плюс в том, что он материал полирует. Полировка материала дает о том, ну, такое преимущество. Некоторые говорят, на первое ощущение, как сатин. Угу. Да, вот такой момент. Как однотонные у них есть, так и не однотонные. Это серо-розовое такое. Мы можем предоставить вам каталог. Угу. По каталогу можно выбрать, отскриншопить и отправить вам модели, те, которые понравятся. Еще раз повторяемся, для Виктории можно дополнительно пошить наволочки. 70 на 70. Потому что по запросу клиентов на фабрике мы можем дать такой запрос. И давай еще наверху мы не показали. Наверху Алтын что Башак. У нас? Алтынбашак. Да, фабрика Алтынбашак. У них модельки все идут с вот таким вот кантиком. Сейчас. Хлопковые, Ranforce. Вот такой вот красивый кантик у них имеется. Цена 1150. 1150, да. Так, сейчас расцветки покажем поближе. Расцветок у них много. В данный момент на витрине несколько расцветок. В основном у нас на складе есть. И серые, и зеленые, и синие, и красненькие, и всякие разные расцветочки. И во многих регионах, скажем так, России, Казахстана, Белоруссии, Украины, были такие известные марки, как Touch, да. Одна из, присутствует. С этой маркой мы тоже сотрудничаем. Покажите, пожалуйста, Touch марку. Touch, конечно же, мы знаем Touch. Ничего у нее не изменилось. 3 года назад какие расцветки были, на сегодняшний день те же самые расцветки. Но они как почему-то не сильно освежили, не сильно обновили модели. Материал тот же самый Ranforce, 57 ниток, 125 грамм плотность, как и у всех остальных моделей. Цена 975 лир у Touch. Угу. И давай вот эти вот комплекты покажем.
Расскажите нам про них. Это у этих наборов 745 лет, 745. Сразу скажу, то есть все, что есть, то есть имеется в виду, какой материал в сумочке, такой материал и внутри. Все однотонное, все кремовое в данном случае. А материал это какой? Хлопок. Ну, вот полностью размеры. Весь комплект этого цвета. Полностью весь комплект этого цвета. А плюс просто здесь на резинке? Просто на резинке 160 на 2. Если у кого-то матрас будет 180 на 2, не подойдет. Угу. 180 на 2 не подойдет. Да. Хорошо. Теперь дальше. Теперь сатин. Сатин. Сатин то же самое. Истанбул Егежелер. Марка. Это наша марка. Да. Вот мы закончили стендом хлопка. Сейчас переходим на сатин. Да. Делаем акцент на этом. Истанбул и Егежелер. Истанбул и Егежелер на сегодняшний день представлены 4 расцветки. А цена его 1650, да? Угу. 1650 лир цена. Красиво вот этот вот. Так немножко отсвечивает. Ну, вы можете здесь тоже. Угу. И еще одна модель. Вот. У них также присутствуют 4 наволочки, 50 на 70. Большая европростыня. Это катон-бокс. Это катон-бокс. Жаккардовая. Вот. Жаккард, катон-бокс, цена. Вот четвертая модель Истанбула Гиджилер. А здесь получается сколько наволочек? 4. 50 на 70. Все 4, 50 на 70. Большой пододельник и большая европростыня. Вы здесь тоже в сатине скажите потом, какие можно наволочки сделать 70 на 70. Теперь какую фабрику? Поднимаем камеру повыше. Все модели, которые Виктория. А, Виктория. Все модели, которые Виктория, здесь уже не так, как в этом хлопке. Убрать не можно. Угу. Уже автоматически с фабрики идут две наволочки с ушками под цвет простыни. 70 на 70. Две под пододеяльник 50 на 70. Большой пододеяльник, большая европростыня. Угу. Цена 1550. 1550. Также у них имеются вот такие модельки, которые идут с принтом, то есть с рисуночками, а также однотонные. Ну, допустим, один из вариантов. Это тоже Виктория, да, сверху? Одна модель. Эти Алтынбашак. Заптомята? Да. Виктория. Я к тому, что есть полоски. Допустим, если показать, широкая полосочка и узкая полоска. Сильно на материал это не влияет, на качество материала, поэтому просят показать однотонное. Вас интересует однотонная сатин, правильно я понимаю? Так, сейчас есть однотонная в полоску, кстати, у нас очень многие любят. Это тоже Виктория? Нет. Вот это мятная, Виктория. Только мятная. У Виктории есть несколько расцветок, буквально 8, по-моему, я их все покажу в каталоге. Вот просят часто, как в отеле. Есть. Белая, как в отеле, у нас присутствует. 1350 лир. Цена белого, как в отеле. Смотрите, теперь такой момент. 1350 лир он стоит. Вы пока это показываете, я вам сейчас его принесу и покажу. Эти комплекты уже по 1550, это другой производитель. Угу. Так, значит, Виктория 1350. Вот эти уже называются Алтын Башак Home Collection. Они стоят 1550 лир. Это тоже сатин в полоску с четырьмя наволочками. 50 на 70 и 70 на 70. По две штучки. Так. Давайте сюда. Сейчас. Это вино? Да. Сейчас это покажем. Это Алтын Башак. А это какой-то другой. А это наверное тоже. Это Виктория, то же самое. Виктория 1550 лир. Смотри, белый как в отеле, у нас часто спрашивают, белый как в отеле. И коронный наш сегодняшний, который пришел сегодня. Ух ты, катон-бокс. Да. Ну, я выбрал такую расцветку для показа. Красивая. Да, мне очень нравится она. Есть также синяя, белая и так далее, и так далее. 7 или 8 расцветок в наличии. Размеры? Это изумруд, да, цвет, как он называется? Да. И размер, и коробка очень. Давайте бомбовая. Размеры покажем. Значит, 200 на 220 пододеяльник, простынь 240 на 260. И две наволочки 50 на 70. Стандартный размер. Угу. А это сатин, да? Сатин. И сколько стоит эта красота? Также 1550. 1550. Давай как в отеле покажем. Смотрите. Это катон-бокс? Нет, это мы для отеля. 83 нитки, 130 грамм плотность, то же самое, что вот здесь. Сделали без коробки. Почему? Потому что отель нужен бюджетный вариант.
коробочка, лишние все вот эти вот движения, веревки. Затраты, расходы. Они не нужны. Угу. Ну, конечно же, и для дома тоже заказывают. У нас эти же все равно все выкидывается. Да. 1350 лир он стоит. Размеры те же самые евро. Угу. Полосочка узкая. Здесь есть, ну, сантиметр полоска. 1 сантиметр есть 1.5. Так. Тот же самый сатин, только без коробки. Стирайте, пользуйтесь, ничего с ней не произойдет. Единственный минус, что нет много расцветок. Угу. Отель только белый. Имеется в виду из бюджетных. Все остальное будет в коробке. Только белый идет 1350 лир без коробки, да. А остальные 1550 в коробке. Какие еще есть цвета? В коробке? Да. Те, которые, наверное, мы уже показали. А котомбоксовские? Котомбоксовские есть, я вам по каталогу покажу. Давайте вот, это жаккард, да? Жаккард? Теперь, да. Чем отличается жаккард от обычного белья, я вам вот так покажу. Жаккард, на жаккардовом белье, пускай оно будет полотенце, постельное покрывало, есть вот такой рисунок. Но этот рисунок, он сюда вбитый, угу, так скажем, да, грубо. Вот это тоже можно назвать жаккардом, для тех, кто хочет назвать его, но это не жаккард. Это принт. Это принт. Здесь просто есть налет, краска. Угу. А вот здесь именно оно вдавлено сюда, жаккард. Но это уже выбито так. Да, у него тоже есть 4 или 6 расцветочек. Через пару дней поступят. А у жаккарда цена какая? 1850. 1850. Это один производитель жаккард. Фирузе тоже делает жаккард. Розовый. У него какая цена? Хотя вот на фото розовый, но по факту он не серый. У них один рисунок на все. И на розовом тоже такой же этот будет. И на белом, и на красном. Одним рисунком показали. Он красивый белый. Этот 62 нитки, хлопок, рамфорс. Чисто белый. 1850. Да. Такая вот интересная красота. Ну, да. Мы это показывали? Нет, вот и эти. Вот это мы еще не так показывали. Мы только две вот полочки. Вот это все жаккард или нет? Нет, это не жаккард. Нет. Угу. У жаккарда есть лиловая, есть серая, есть бежевая и белая. Угу. Именно у производителя Виктория. Хорошо, понятно. Теперь у производителя Max Happy Cotton, вот эти вот нижние, да? Раз, два, три, четыре модели. Ага. У них тоже есть расцветочки. В чем у них это плюс... чисто белый, да? Да, крем. Крем. Скорее, наверное. И Happy Collection стоит 1885? Так. Нет, 1250. Это не она? Это я не знаю, откуда у меня прилипло. Это убираем отсюда. Вот она цена. 1250 лир стоит Happy Cotton. Спросите, чем отличается Happy Cotton от, скажем, Виктории? У Happy Cotton 77 ниток на квадратный сантиметр. У Виктории 83. Плотность у Виктории 130 грамм, у Happy Cotton 120 грамм. Угу. Это неплохо, это опять же лучше, чем хлопок, обычно простой. Но есть разница в материале. Цена 1550, Cotton сатин. Это теперь, давайте мы про нее отдельно расскажем, потому что это есть самый настоящий бамбук. Ха. Все производители, которые спрашивают бамбук, вот он настоящий, самый обыкновенный, который он должен быть. Ой, такой прикольный, он да. Мягенький. Он, во-первых, мягкий, во-вторых, бамбуковые нити, они намного шикарист. Отличаются от сатиновых, от хлопковых, поэтому есть такое понятие, бамбук, лен. Это вообще другое белье. К сожалению, у бамбука нет 10-20 расцветок, на данный момент их всего 3. Есть 4 наволочки? Да, да, должны быть 4. Угу. Мы дали запрос и постараемся их сделать побольше, потому что и есть... какая цена? 1775 лир цена за бамбук. Да. И еще есть два варианта, два да? Цвета. Еще два цвета. Такой темно-серый. Некоторые в бамбук добавляют полиэстер. Угу. Я вам даже покажу такую модель, чтобы вы тоже имели представление. И наши... Вот смотрите. Раньше в Турции была такая марка Левели. Мы ее отшивали на Урал и на Украину. Почему такое совпадение, я не знаю. Да. Теперь эта Левели фабрика ушла с рынка. Пришла какая-то левая Левели, так назовем ее. Она тоже говорит, что это бамбук, но это не бамбук. Ну да. Не, ну разница как, колоссальная. Как будто шелк. Да, да. Под шелк что-то похожее. Ну, мы привыкли говорить правду, потому что наши клиенты всегда тоже
верят нам и покупают то, что мы говорим. Это синтетика. Угу. Но есть такие люди, которые покупают ее и снова спрашивают ее же. Поэтому, на любителя. Да. Когда мы даем, допустим, совет нашим оптовикам или нашим, скажем, покупателям, вы когда берете, допустим, 30 комплектов, возьмите два таких. Потому что на него тоже любители есть. Угу. Его берут и пользуются. И нравится, так скажем. Но это не вам. Хотя все пишет, все. Но если вы их рядом сравниваете, да, вы уже знаете, что такое вам. Мы однотонные не показали, нас тут попросили. Однотонные теперь есть у нас. Эти? Ну вот только вот эти. Эти вот однотонные есть? Нет, без полоски, вот только однотонные. Двухцветные, да, только двухцветки. Те? Двухцветки есть однотонные. Однотонные есть, вот раз модель на данный момент. Угу. Двухцветка. А давайте мы их покажем в семейных комплектах. Угу. Они же у нас есть и в двухспальных. Вот давайте. И мы еще внизу, давай последний ряд уже тут закончим, Викторию. Да, как мы и говорили, у Виктории мы вам скинем каталог. И вы можете выбирать оттуда модели. 1550. Мы его закинем в наш телеграм-канал. Да. Поэтому там можете, если что, посмотреть. Если ты устала, давай я. Ну, я пока не устала, но потом меня сменишь. Закончим с постелями. Когда? Семейный я вам покажу. Семейный — это два пододеяльника. У семейных моделей имеется два пододеяльника, 4 наволочки и большая европростыня. Вот однотонные модели... Здесь, видимо, их тоже не очень так и много. Вот. Нет? Одна, две. Угу. Я вам сейчас принесу сюда поближе каталог, мы по листам и покажем. А мы же Викторию снимали однотонные все были. Только оно все однотонное, только внутри вот пододеяльник. Пододеяльник на отвороте и простыни одним цветом идут. Это семейный, да? Семейный. 1850 лир. Семейный сатин. Это красивый. Делюкс. С этой стороны на полке семейный. Жаккард. Нет. Хлопа Крамфорс. Чисто белый. Чисто белый. Полоску. Ага. Вот это будет этот Крамфорс. Угу. Вот это сатин или сатин? Сатин, сатин. Так. Это сатин. 1850. Это Пандора называется комплект. Вот этот вот сатин. Рина. Называется. Это тоже Пандора, просто розового цвета. Все эти комплекты по 1850. Крем. Производитель Виктория. Да, здесь тоже можно 70 на 70 сделать наволочки. Они есть внутри уже дополнительно. Включают. Мы, допустим, если вот с этого Рамфорса сможем убрать, угу, то здесь нет. Тут 4 наволочки идет, правильно? Да. Здесь 4 наволочки автоматически. Как? Если даже мы не захотим, все равно их туда положим. Потому что фабрика шьет их таким образом. А вот это вот у нас что тоже? Это, да, идет Рамфорс. Вот в Рамфорсе и в двухспальных, и в полуторных, и в односпальных, и в семейных, во всех моделях мы можем положить дополнительно 70 на 70 наволочку. Семейный? Семейный. Вот это семейный тоже. Тоже семейный. Давайте я вам покажу все, вот, да, таким семейные образом. Вот смотрите. Снимайте поближе. Видите, как идет? 70 на 72, 50 на 72. Эти можем положить, можем убрать. Это будет влиять на цену. Угу. Ну, поскольку в семейных комплектах спят взрослые, угу, у них в основном есть наволочки 70 на 70. Поэтому они предпочитают, чтобы эти наволочки там были. Также то же самое. У них есть и однотонные. Вот здесь. То же самое у них есть и цветные. Как и в двухспальных, и в полуторных. Кстати, у фабрики Виктория есть такое преимущество. Если мы захотим образно эту расцветку сделать семейным с двумя пододеяльниками, сделаем. С одним пододеяльником евро сделаем. И полуторку сделаем. Угу. Под заказ, то есть, да, у них можно. Все можно сделать. Это недолго. И в розницу тоже. И в розницу тоже. Угу. Спрашивают, есть комплекты с одеялом вместо пододеяльника? С вафельным одеялом или? Ну, с вафельным мы показывали уже. С вафельным показывали? Вам обычное нужно или какое именно? Есть, есть. Я понял, про что говорят. Сейчас я вам его покажу. Угу. Есть такой момент тоже. А вот это вот что еще раз? Это семейный сатин. Сатин. Покажите, пожалуйста, каталог. Давай. Однотонные. Смотрите, однотонные расцветки. В данный момент их нет в наличии. В данный момент. Это, ну, семейные? Это семейные. Они же самые и евро, они же самые и семейные. Угу. Сейчас после выбора. Буквально через пару дней. Все равно двойной цвет. А чисто один цвет есть? Там.
У Виктории нет. У другого производителя есть, конечно. Угу. Все под один цвет. Да, и эти тоже сможем сделать. Угу. Если клиент скажет, полностью желтый хочу, сделаем. Угу. Ничего этого нету в этом. Понятно, хорошо. Благодарим. Так, дальше давайте. Внизу у нас что? То же самое, да, это? Да, это семейные комплекты с двумя пододеяльниками, с четырьмя наволочками и с большой европросторами. Цена у этих семейных комплектов 1150. Да. Такая расцветочка. Покрывало обычное, одеяло обычное имеет в виду? Обычное одеяло. Это имеется в виду вафельный плед? Нет. Покрывается, нет, обычное. Наверное. Вот стрик какой красивый. Кто любит цветочки, вот такой есть. Шикарный набор. Сюда, яркий. Давай покажем. Сейчас последний, давай. Ага. И вот этот вот последний комплект. Комплект, кто просил показать с одеялом. Вот. Теперь, смотрите, насчет понятия одеяла. Оно у нас вот такой вот момент. Вот здесь имеются... Стеганая. Да, простыня наволочки. Они также имеются в двух спальном и в полуторном. Плюс дополнительно у нас идут вот такое вот одеяло. Вот такое вот одеяло. Стеганное полностью, стирается в стиральной машинке без проблем. То есть его можно использовать еще как пододеяльник. Здесь есть прорезь, сюда можно вдеть обычное одеяло, если будет холодно, и этого будет недостаточно. Это, грубо говоря, а вот такого плана есть с цветочками, спрашивают? Что? Расцветка с цветами. У них около 30 расцветок есть, конечно, вот они здесь. Их много. Да. А цена на комплект какая? Цена на комплект? Вот с цветочками. Так, 910 лир. Это кристалл производитель. Состав хлопок. Вот еще с голубыми состав, цветочками. Состав хлопок. Хлопок. Да, дорогой. Видите, здесь получается пододеяльник два в одном. Как и пододеяльник, как и стеганое покрывало служит. С этой стороны вот такой цвет. Угу. Так. Хорошо. Одеяло, с одеялом показали, продолжаем. Эти цветочки мы тоже можем показать. Все по картинкам. То есть я покажу вам картиночки, вы уже поделитесь. Хорошо. С вашими клиентами. Договорились. Вот еще Виктория, однотонные, которые просили. Вот здесь есть разные цвета. Это голубой, вот серый, они оливковый. Они есть раскрытые. В раскрытом виде, если хотите показать, здесь на полочке. Да, давайте. С раскрытым видом покажем. Вот. Те же самые. Вот, все, а, все мы показывали. Да. А то были семейные, эти двухспальные. Эти двухспальные одно и то же, одни и те же модели. Да, только комплектация понятно. Идет разная. Еще мы не показали, одна спал. То есть детские. И мы еще ту полочку не показали, которая у нас здесь стеной. Да. Вот. Там покрывало. Ага, хорошо, как раз рассказывали. Здесь все идет у нас одна спалка. Полуторки. Полуторки, ну, одна спалка, выражение подростковые. Да, разное. Что в комплект входит? Пододеяльник в размере 160 на 220, простыня в размере 160 на 240 и одна наволочка. Да, извините, перебила. У нас клиент спрашивает, Рузалия, вот то, что мы показывали с одеялами, какой размер одеяла? 200 на 220. 200 на 220 размер одеяла. Куда можно вдеть одеяло? Да, потому что обычная одеялка, скажем, вот такого плана, да, белое обычное одеяло, у них размер 195 на 215, на 5 сантиметров меньше, чтобы... Когда мы туда его одеваем, так не топорилось, да? Ровно, понятно. Чтобы лежало. Хорошо, возвращаемся к полуторкам. Все модели. Опять же, здесь присутствует фабрика Виктория. Если вы замечаете, раз, два, три, четыре, ну и так далее. А цены сразу, да. 575. Виктория 575. Да. Ну, очень у них хорошая. Обычно у нас редко спрашивают, скажем, эти наволочки 70 на 70. Но опять же, мы можем сделать. Опять же, можно сделать и однотонные. Все, что мы видели, допустим, в предыдущих моделях. Да, ага. Можно с рисуночками, с картинками, без проблем. Это производитель Фирзе. Угу. Тоже полуторка, да? Полуторки, да. А это? 475. 475 Фирзе. Вопрос поступил. Какая ткань, качество для постельного белья самое лучшее? Понятие растяжимое. Кто? Мне, допустим, лично, если вы по-другому задаете, какой тебе нравится? Мне нравится хлопок. Но это не говорит о том, что перкаль плохой или там
Сатин еще хуже. Нет, просто я не люблю скользкое белье. Сатин скользкий, да, прочность сатина больше. Если хлопком, допустим, пользоваться 3 года 5 лет, сатином можно пользоваться 10 лет. Но мне не нравится. Но это не говорит о том, что он плохой. Или мы не можем, да, на вкус и цвет. А я считаю, нет, что, наверное, бамбук самый лучший, потому что он гипоаллергенный, вот это вот, нет? Вот видите, мнение расходится здесь. Да, нет. Я бы тоже попробовала бамбук. Мне так кажется, что бамбук, он самый такой, на ощупь, ну, прям вообще. Скажем, не было Мерседеса, ездили на Жигулях, было все хорошо. Да. Сейчас появился Мерседес, Жигули уже как-то вот такой. Особо не нужны. Хлопок-хлопок. Так, ладно, отвлеклись. Катон-бокс. Благодарим за ответ. Так, тут у нас Виктория подростковые на девочку. И с машинками есть, и с мотоциклами есть, и с куколками есть разные. И mm-hmm. также и однотонные, и подростковые, и такие более стильные модели. Это катон-бокс пошел. Как? Катон-бокс какая цена? Катон-бокс какая цена? 625, по-моему. 625. Нет, прошу прощения, 675. 675. Да, ну вот, они идентичны. Есть как и двушки, как и, так и полуторки. Там тоже такие расцветки я видела. Да. Плюс-минус материал есть, похоже. И морской. Морской, парусы. Очень много, просто у нас не столько много. Это самое. Эти давай покажем. Один момент. Ага, только что мы смотрели белое однотонное белье, которое угу. был отельный вариант, сатин. 1350. И есть хлопок. Раз, два. Вот здесь вот более... Без полоски. Да, видны размеры. Можете поближе сделать. Первый размер — это пододельник, простыня, наволочки. Угу. По плотности 52 нитки, 62 нитки. Если что-то кто-то хочет вышить, имеется в виду вышиванку, лучше взять 62, потому что 52 нитки все-таки, когда, ну, нитку проводишь, иголку, там дырочка остается, видно ее. 52 нитки стоят. Вот эта цена, да? Да. 585 лир. Этот 685. Двухспальный. Угу. Вот тут 62 нитки. Да. Угу. Вот если вы заметите, например, если взять вот этот вот вариант, это 62 нитки. Видите, на нем есть вышивка. Это тоже 62 нитки. Но это очень красивые комплекты. Я прям каждый раз прихожу и любуюсь ими. А вышивка сатин? Нет, это хлопок. Хлопок, все. Сатин угу. начинается от 77 и выше ниточек. Вот фирузе, сатин и так далее. Вот это с кружевами, это хлопок. Цена с кружевами? 1250. 1250. Серая, белая, бежевая, кремовая. Это сатин делюкс. Здесь угу. идет у нас 3D. Почему 3D? Потому что за этот цветочек Выпукло. Можно по за ухо подергать его. Это такое вот интересное. Все пришито. Да, ни в коем случае оно не оторвется, никуда оно отсюда не денется. Цена 2875. Да. Верхний ряд и этот ряд. Они все красивые. Это тоже оно? Да, да, да. Угу. Этот ряд полностью и вот этот ряд полностью. С перьями такой интересный. Это Cotton Box, он один единственный у нас. 2250. У него цена другая, да. Ну, то же самое, 3D. Угу. Видите, производитель, цена меняется. Хотя и здесь 83 нитки, и здесь 83 нитки. А это какой производитель? Катон-бокс. Это Катон-бокс. Марибор. Марибор. Угу. Вот, вот еще Марибор, один комплект. Тоже 2875 стоит. Такая вышивка. На нем 3D тоже. Пришитые цветочки. Ну, красиво все выбито. Настя спросила. Я дарила тебе хлопок 100%. Это был хлопок. Ну, у меня, допустим, есть и сатин, и хлопок. Не во, ну, не всех фабрик, не всех производителей. Допустим, Алтын Башак у меня есть сатин. Мы его пробовали. Изначально он очень хороший. Нет, Настя, здесь такого нет, то, что я тебе дарила. Караджа, у вас есть караджа? Караджа хом у меня есть, только не постельное белье. Постельное мы закончили. Постельного караджа тут нет, к сожалению. Караджа хом, это у нас идут односпальный сатин. Угу. Кстати, в однотонных расцветках они тоже есть. Ну, давайте покажем. А цена? 975, по-моему, должно быть. Давайте я вот так вам их раскрою вот сюда. И вот их покажите. Давайте. Раз. Ага. Еще раз, 975 вот эти? Да. А, это полуторочки, да? Это да. Эти же самые есть и двухспалки. Угу. В этих же расцветках. Там есть антрацит, синий и белый. Да не открывай, я вот тут покажу. Синенькую можно открыть, она очень красивая. Синенькую, ну давай. Такая пацанячья мальчиковая расцветочка.
Насыщенный, темно-синий цвет. Ну и там нижний ряд уже белый идет. Ну, белый. Вот смотрите, вот двухцветку, допустим, с этой стороны покажите. Двухцветка, тот же самый, викторианская модель, только односпальная. Они же у нас есть и семейный, они же у нас есть и евро. Угу. Здесь, допустим, видны, да, расцветки? Видите, там двухцветок больше. Да, можешь убрать манекен? Я покажу. Стоит посередине, мешает всем, да, мальчик? Видите, двухцветка серенькая, кстати, очень красиво смотрится, угу. Вообще бомба. Серая, а тут белая? Нет, беж, светло-серая и темно-серая. Вот так вот. Угу. А, все понятно, светло и темно. Ну да, очень такое. Оригинальная модель. Оригинальная. Нейтрально, кто любит вот без излиш... минимализм, да. Самый раз. Ну да. Я люблю такое больше, чем цветочки там, не знаю, вышивки. Этот отдел покрывало. Вот у нас тоже часто... Тут покрывало и две наволочки декоративные, в этих моделях покрывало две наволочки, классика. Угу. Здесь идут с гипюром. Так, этот стоит комплект 1350. Вот четыре цвета, да, у них есть? Серый, бежевый, кремовый, лиловый и пудровый. 5. Это с гипюром? Да. Угу. Здесь жаккард. Здесь жаккардовый, без гипюра, классика. Цвет немножко отличается. Серый. Он, кстати, так еще с перламутра блестит красиво. У них есть болотный цвет. Вот видите, вот слева, цвета. Нижний правый угол. Потом вот серый, вот. Бежевый, коричневый, синий. Все расцветки в наличии есть. Вот этот комплект жаккард 1250. Анна Карина, производитель. Это мрамор. Мы его называем мраморный рисунок, потому что на фабрике тоже он так и называется. Интересный цвет такой. Золото, серебро, да, все. Нет, капучино. Капучино. Мы его называем, да. Есть розовый, да? Пудровый, пудровый. Серый, капучино и все, по-моему. Этот стоит 950. А размеры у них у всех одинаковые? Да, размеры у всех одинаковые. Верхний ряд тоже самое. Видите, вот, например, из этой же серии похожая модель. Угу. Все, да, повыше подняли, они все видны. Вот этот комплект 1350. Да. Почему-то Юля не может подключиться. Тысяча 350. А, вот. Как нас слышно? А сейчас скажите, пожалуйста, нас слышно или нет? Вы зависли, звука нет. Возможно, здесь не очень ловит связь, интернет. Давай. Так, сейчас, секундочку. Не слышно. Не слышно. Пойдем, отойдем, посмотрим в другом месте связь. Так, слышно нас сейчас? Подскажите, пожалуйста. Нет звука. Да, в том углу плохо ловит, мы уже поняли. А сейчас, вот в этом месте, звук полностью пропал. Слышно все. Нас слышно. Ура! Слышно. Ура! Да, наверное... Ну, давай покажем, может быть, пока здесь... Если вдруг связь пропадет или нас... будет не слышно, вы нам напишите, пожалуйста. Мы хотим закончить с покрывалами.
Все, вот это показали. Это гадли. Один остался. Еще раз мастера ничего не будет. Кстати, здесь еще есть. Здесь не слышно. Хорошо. Ну, давай продолжим тогда, наверное, еще 500 габелен. Что Ксения говорит, не слышно. Ну, главное, вам было видно. Если что, потом вам расскажем. Да, сейчас давайте подождем ответ. Ну, халатики тоже хочется потом показать. А, именно... А, все... Да, там все было хорошо. А гобелен сколько стоит, спрашиваю? Так, давайте... Не слышно, Ксюша пишет. Перезайдите. Сейчас все будет слышно, давайте немножко подождем. Да, если мы сейчас выйдем и зайдем, то запись. Только Леру слышно. Ну, это замечательно. Ну, значит, я буду говорить. Мужчину тоже слышно, наверное. Хозяина магазина не слышно, говорят. Какая громче, проблема? Значит, наушники. Проверка связи. Прием. Если нас слышно, скиньте нам реакции, пожалуйста. Потому что когда рука не трогает. Да, да. Все, звук пошел. Ну, давайте продолжим. Некоторые покрывал, кстати, к сожалению, мы не смогли их показать. В комплекте присутствует простыня наволочки и покрывало наволочки. То есть покрывало свои наволочки декоративные, еще и простыня есть, без пододеяльника. 3-4 набора такие тоже имеются у нас в наличии. Потом второй момент по покрывалам. Простыня на вылочке, либо вафельное покрывало имеется в наличии, либо вязаное покрывало с бубончиками. Надо показать их. Да. Мы опять туда пойдем? Да, вот так один круг сделаем. Даже нет. Если без звука будет, мы его покажем и пройдем. Девочки, стало лучше слышно. Ну, мы очень рады, что связь появилась. Может, мы сюда его принесем? Бубенчики. Там просто много раз слышно. Да, нам сейчас принесут, чтобы мы просто в том углу связь исчезает. Одна модель. И с бубенчиками. С бубенчиками и 6 раз света. Ух ты, помпончики. Вязаный он получается. А какой... Людмила спрашивает, какой размер покрывала? То, что мы показывали. Габелен? 2,40 на 2,60. 2,40 на 2,60. Они все одинаковых размеров, стандартных идут. Здесь 220 на 240 вязаный пледик, вот этот, или покрывало, как его правильно назвать. Простыня и две наволочки стандартные 50 на 70. 6 расцветок есть в наличии. Ну, расцветка только вот этого пледика меняется. Я так понимаю, что цветы тут одинаковые. 1250 лир. Они вроде бы похожи. Похоже, да, одинаковые. Да. То есть здесь нет пододеяльника, есть вязаные пледики? Да. Угу. Укрываться. Простыня на волочке. Угу. Аналогичный комплект есть, только вместо вязаного пледика идет вафельное покрывало. Угу. Понятно. Хорошо, давайте, может быть, раз с покрывалами, с пледами мы начали, продолжим с вот этими вот. Которые с кистями. Вот это, допустим, 225. Расскажите нам про него что-нибудь. Вязанный пледик или покрывало. Его пользуется, можно использовать как на диван, дек сделать, диван дек, застилать. Укрываться можно, хлопковый при стирке не садится, потому что он идет вязанный. Угу. Вот есть несколько цветов. Вот такой вот, синий в колоску. 6 расцветок должно быть, а еще может быть там 4 или 3. Нет, здесь 2. Да. А еще
где могут быть они? Они у нас на свадьбе. Плюшевые пледы есть. Ну, хорошо. Выбитые же, как жаккардовые, да? Он есть жаккардовый, да. Все, на что есть вот эта выбивка, это называется жаккард. То есть этот комплект тоже жаккардовый. 230 на 250 размер. Цена? 485. А вот эти вот мне понравились. Интересно. Это односпальные покрывала вместе с наволочкой. Размер там указывается, видите? Слушай, прочитай. Сейчас. 180 должно быть, по-моему. Но здесь двухспальная написано. 180, да, на 250. На 250. И 4 расцветки, да, такие? И 50 на 71. 175 на 250 размер. Видите, вот здесь. Точка внизу стоит, поэтому это идет односпальная. И с одной наволочкой, соответственно. Розовые. Пудровый, серый, бежевый, кремовый. Этот 625 лир. Вот. Да. Просто так отсвечивает, такая блестящая упаковка. Ну вот. Вот так сбоку, если показать, расцветки все видны. Угу. Да? Все, все расцветки, да, видели. Угу, прекрасно. Так. Расскажите нам, вот это вот что? О, кстати, хорошая вещь. Пользуется спросом, на самом деле, очень хорошая. Давайте мы ее вот так расскажем. Давайте. Отсюда. Открытая уже, да? В раскрытом виде. Как это полотенце? Идет, это идет покрывало полотенчатого типа, жаккардово. Видите, опять же жаккард идет, он, потому что выбивка на нем есть. Угу. Размер 200 на 220. Отлично. Его можно укрываться, можно застилать кроватку, то есть под ним не потеешь. Это не синтетика. А размер его? 200 на 220. 200 на 220. Да, расцветочки, соответственно, вы можете там показать. Цена его? Его цена 355 лир. 355, вот такой большой. Угу. Большой он, огромный. Все, и какие цвета покажи, если есть вот такое. Мята, фиолетовый. Небесно-голубой, фиолетовый. Крем. В зависимости, смотрите, от, допустим, бывает, одна партия проходит, вторая партия проходит. Некоторые, иногда бывают вот такие вот маленькие нюансы. Я не помню, мы его сами заморали. Ну, опять же, мы раскрываем перед отправкой. Угу. Проверяете. Проверяем. Потому что иногда бывает, что-то там пробежало, убежало, не увидели наглядно. Вы нам скажите об этом, мы это можем. А вот это что такое интересное? Это тоже покрывало 2,40 на 2,60 без ничего. Наволочек ничего у него нет. Цена? Цена 675 и 875. Угу. В зависимости от размера. Да. Пишут, девчонки, какие вы молодцы. Спасибо, стараемся. Пойдемте, чтобы я тоже был молодцом. Один момент покажу. Давайте. На эту сторону. Только что мы говорили о том, что в наличии, то есть в комплектах есть простыня и наволочка. Мы имели в виду про вот такого плана модели. Это опять же идет 3D. Ни в коем случае это бусинка отсюда не оторвется. Все пришито. Вот смотрите. Видите? Кто любит изящность такую. Да. Шик. Да. Дорого вот, и богато. Вот видите, здесь простыня и наволочка. Покрывало и наволочка. Угу. Цена вот такой красоты. Вот оно тяжелое. Включите, весы сразу взвешиваем. Да, давайте взвесим. Вот сейчас начнут задавать вопросы, а сколько весит, а сколько с доставкой мы будет можем стоить. Мы можем доставать из коробок все. То есть, если вам не на подарок для себя, мы можем доставать... Да, коробка – это лишний вес. Минимум, да, там, да, зачем переплачивать? В пакетик хорошенечко упакуем все герметично. Мы, в принципе, всегда так доставляем, без коробок. 4500. 4500, но это с коробкой. Еще коробку снять, минус килограмм, наверное, будет, да? Килограмм, ну, 2550 он стоит лир. 2550 лир. Да. 2550. Если, допустим, будут задавать... Это премиум-класс считается, да? Да. Угу. Иногда бывают вопросы, да? Например, сколько весит постельное белье определенное? Хлопок весит 2200 в среднем. С коробкой? С коробкой. Угу. Сатин весит 3. Но хлопок, если брать Викторию 70 на 70 наволочками и там по плотности 57 ниток, он будет весить где-то в районе, если я не ошибаюсь, 2750 или 2550. Да, чувствуется сразу, человек профессионал, даже вес знает, сколько весит. Потому каждый. Что, в частности, когда мы отправляем за границу, всегда спрашивают у нас вес. Да. Здесь 70 на 70 наволочки есть. Если их убрать, то он будет весить где-то 2800. Угу. Если взять маджоли, он весит где-то 2400. Если взять бюджетный вариант, он весит 1900. Ну и соответственно. Ну, в общем, 2-3 килограмма двушечка будет весить. Примерно. Вместе с коробочкой. Да. Угу. Вы правильно подчеркнули. Если не на подарок, а себе,
вот эти лишние 800 грамм, коробочка там, клюночка, это все, конечно же, где-то грамм, и получается килограмм. Теперь поступил вопрос. Покрывало жаккард в синем цвете, какая цена? Покрывало жаккард. Это какое? А та, которая? 485. Вот это? Да. 485. Вот она в коробке вот такой идет. А, ну, в коробке. А еще есть цвета, еще да? Еще есть сиреневая. К сожалению, на данный момент надо посмотреть. Угу. Они, видите, они плотные покрывала. Больше их зимой продаем. Угу. Поэтому летний вариант. Надо запрос сделать на фабрику. В сером цвете должна быть и в бежевом. Угу. Наличие. Пожалуйста. Так, дальше. Кстати, насчет постельки подчеркну еще, вот, которые односпальные были. Бюджетный вариант. Сегодня поступили со склада. Здесь то же самое. Пододеяльник, простыня, наволочки, без ничего. Это синтетика? Присутствует. Присутствует. Если вот так пощупать, принципе, неплохо, нормально. Но есть. А цена? 335. 335. То, что мы вам цены называем, это цены в лирах. Да. Цена в лире. Доллар, знаешь, 335. Не в рублях и не в долларах. Но, смотрите, теперь вот такой момент. Я сразу заранее подчеркну, чтобы было потом понятно. Сегодняшний день у меня есть большой резерв. Вы тоже видели наши склады. Там есть хороший большой резерв. Но этот резерв заканчивается. Ну да, если они, допустим, принесут, то может измениться? Да. Не потому, что если цена изменится, мы, к сожалению, всем клиентам об этом сразу сообщить не можем. Вы когда будете, допустим, делать заказ, ну, в вашем случае, у вас был вот такой комплект, скрин сделали, показали, отправили мне. Если он есть на складе стоки, без проблем. То есть у нас такого нету, зная цену завтрашнюю, сегодня все, что есть, цены поднять, потому что там тага. Нет. Пока в ноль не продадим, у меня такой принцип. Мы цены не поднимаем. Угу. Поэтому закончилось, пришло уже вынужденно. Потому что, к сожалению, ну да, по новой цене купили. Давайте по поводу халата. Вот я вижу, что у вас есть комплект. Красивый набор. А, здесь наборы. А, вон, наверху, да. Угу. В наборах присутствует два халата. Кстати, у халатов размеры 2XL, 3XL в наборах не бывает. Вот у меня, допустим, размер L. Максимум на меня. При росте 180, так скажу грубо, килограмм 90-95 максимум. Uh-huh. Если будет 100 килограмм при росте 180, то здесь не сойдется. Uh-huh. SM, халат больше бывает, это не проблема, допустим, на худеньких там девочек. До XL, наверное, да? До L. До L-ки? Да. Uh-huh. В комплектах так. Uh-huh. Большое полотенце банное, две штучки, эти для головы, ну, скажем, 50x92, и халаты есть кружевами, есть классические, есть там внутри расческа, кеседа, вот эта вот пилинговая перчатка, как мы ее называем. Uh-huh. Наборы бывают с тапочками. Цены начинаются от 800 до 1550. В зависимости от плотности халата и от комплектации, что есть в комплекте. Цена за комплект. Сейчас еще вот этот покажу. Ой. С вышивкой. Давай покажем халаты, может быть, покажем с другой стороны, там, где ловила связь. Да, там, кстати, есть классные махровые халатики. Давай, тут детские, а вот там взрослые. Кстати, у нас просили пижаму показать, но давай их, наверное, в конце покажем. Вот эти классные штучки вообще. Это какой производитель? Вот такой мягенький. 375 лир. Рене. Угу. Хлопок хороший. А до какого размера они будут? Потом расскажите, пожалуйста. Ну, давай продолжим, раз мы здесь стоим. Привет, нам привет передают из солнечной Абхазии. Спасибо, вам тоже привет из солнечной Анталии. По покрывалам, наверное, есть еще? Есть еще несколько. Ну, покрывала показать вафельные, хотите? Давайте сделаем так, вот этот стульчик туда подвинем. И покажем, что вафельные покрывала есть бежевые, серые, кремовые, здесь они видно, крем и белые. Угу. Размер 160x230. И 200x230, два размера. Цена? 225 лир и 195 лир. Угу. Сегодняшняя цена такая. Кстати, все пансионаты, отели там, ну да, и так далее, и так далее, тоже у нас пользуются и может предоставить в больших объемах тоже. Угу. Как постельное, так и вафельное, все остальное. Ну да, возможно, у нас был как-то запрос, у нас, если я не ошибаюсь, в Казахстан закупали в отель, текстили, вот все для отеля, полотенца. Мы тогда закупались тачи, поэтому если кто-то там у кого-то свой бутик отеля хочет закупиться
постельным бельем есть без коробочек всяких, без ничего, по минимальной цене. Угу. Да. Давайте насчет халата я расскажу здесь, потом вы вас покажете. Да. Халаты есть вафельные, есть халаты махровые, обычные махровые полностью и сверху, и снутри, и снаружи. И есть еще одни модели велюр. Угу. Допустим, сверху у него идет велюр, внутренняя сторона обработки у него идет махра. Угу. Для чего мы это делаем? Чтобы впитывала воду хорошо. Конечно же, махра впитывает лучше. А чтобы смотрелось красиво, это велюр. Угу. Велюр это такой, как плюшевый. Это велюр. Плюшевый тоже есть. Велюр, велюр. Его все знают как велюр. Да. Пойдемте сюда. Да, давайте с другой стороны, там плохо ловит. Давайте, в том углу. Вот, а то... Кстати, вы здесь снимали, было нормально. Ну, мы просто видео снимали. Мы просто снимали. Вафельные. Вафельные есть с рисуночками. Есть однотонные. Покажем. Да. С капюшончиком. Вафельные, мне кажется, вообще класс. И вот второй вариант. А вот вопрос, вафельные впитывают влагу? Конечно, это же хлопок. А цена с капюшоном и без? Вот тут написано. 275, а здесь? Здесь написано. 275, 325 должен быть. 275, 325. В любом случае, где-то... Есть, если хотите, вафельные разные. Однотонные расцветочки, чисто белые, розовые, темно-синие, кремовые, или вот с таких. С таких. Есть с отложным воротником и со стойкой. Угу. То есть в некоторые отели, когда идет запрос, у них есть такой вот. Вот эти классные. Это льняные. Мне, кстати, хотят заказать, у меня уже заказ. Это лен. Это лен. А цена льна? 455. 455. Давайте я вот так вот расцветочек покажу. Вот. Угу. Красивый. Популярно? Берут? Берут. И в хороших объемах. Мне кажется, плохо. Плохо слышно, походу, опять. Плохое видео. Вот я еще Викторюсик. Нам вот этот понравился. Не видно. Давайте туда. Видно там? Слышно? Ты ну, задай вопрос, комментарий. Не видно, не слышно. Видео тормозит, видео сказали, стой. Все, сейчас, сейчас остановится через пару минут. Осторожно. Ой, да, там была ступенька, вопрос сказали. Сейчас, сейчас нас слышно? Значит, халатики будем приносить сюда, что сказать-то? Не проблема. Я могу поприносить тоже. Давайте расскажем про этот халат. Слышно? Не знаю. Давай сначала этот скажешь, угу. Потом расскажешь. Слышно, да, все в порядке. Все в порядке. Да, слышно. Понятно. Сейчас мы будем вам халаты приносить сюда, чтобы было слышно вам и видно. Видите, хотели с другого края подойти, но все равно. Капюшон. Угу. Из двух частей состоит, потому что здесь будут впитывать воду, чтобы здесь вам не был мокрый, когда обычно длинные волосы бывают. У них нет размеров, скажем, для девочек отдельно, для мальчиков отдельно. Приталенных нет, там выточек на грудях нет. То есть они идут ровные халаты. Поэтому S, M, L, XL, 2XL, 3XL до 58 размера, грубо скажем, есть. Какая цена на него? 455 лир. 455 лир цена желтого халата. Да. Сегодняшняя цена такая. К счастью, у нас резерв есть. А цвета только желтые есть? Или нет, еще? У них очень много расцветок. А какие цвета давайте назовем? Малиновый есть, желтый есть, сиреневый есть, белый есть, коричневый есть, серый есть. Угу. В общем, всех цветов синие разные. Синие есть, зеленые есть, салатовые есть, красные есть. Много. Есть. Цвета разные есть. Давайте вот этот расскажем. Этот надо, его нету, поэтому автор запрос сделал. Да. Еще одна модель у нас есть. Это я люблю такие. Вот, допустим, только что говорили про плюш. Я вот это есть плюшевый, но он не синтетический, он хлопковый. Mm-hmm. Синтетический плюш, его, когда при попадании воды, он как... Кошку с воды достаешь, когда как бывает, в одну сторону все волосы собираются. А здесь в данном случае нет. Видите, внутренняя сторона, здесь идет хлопок. И СДС, он не будет электролизоваться. Но, к сожалению, сильно большой трепет нет. А цена его 300... 325. 325, прошу прощения, да. А цвет? Он один. Он один. Плюшевый. Да. Я люблю такой. Это под бренд, плюшевый. Под лакос сделан. Ну, их наличие немного. И всего несколько штук, поэтому... Ну вот то, что несколько есть, если что, то и скажем. Да, можем. Лакост. Это какая ткань и цена? Это хлопок.
Цена? 650. 650. И давайте Versace, ой, точнее, Victoria's Secret покажем. Victoria's Secret у нас идет вот такая вот модель. Угу. Она не сильно длинная, не сильно короткая. Начинает размер S, M, L, XL, 2XL. Это максимум. Здесь есть такая надпись. Love. Угу. Люблю тебя, Victoria's Secret написано. Ну, да? Очень красивый цвет. А есть еще другие? Нет, у нее нет. Это же ее единственный можно цвет. Можно померить? Это ее единственный цвет Victoria's Secret, потому что других моделей нет. Цена какая? Цена какая? И размерный ряд. От и до. Размерный название, да? От S до 2X. Это S-ка на мне. Но мне бы M-очку, потому что вообще приятно к телу. Внутренняя сторона у него идет хлопок. Снаружи идет тоже обработка. И вот цену вы спросили, сейчас я секундочку у него там. Она идет вот с такой вот коробочкой. Вот это его. На подарок тоже добро. Коробочка разбирается, если надо будет, делаем отдельно. Сейчас одну секундочку, я вам ее цену тоже назову. Хорошо. И потом давай продолжим. Полотенце и вот здесь сделаем пижамки. Это огромный выбор полотенец, друзья. Обязательно берите, цены классные. Сейчас я сразу покажу, вот тот раз. 455 лир. А, 455. Да. Единственный минус, что у них не бывает длинных, либо коротких. Стандарт. Вот как вы померили, ниже колен, да, вам было чуть-чуть? Я хочу заказать желтый халат. Написала от Тирба Лика. Какой размер? Да, какой размер? Если бы мы смогли показать все расцветки, или давайте покажем? Покажем. Давайте. Надо? Скажите, что я принесу. Вот эти вот последние, которые? Нет, которые вот эти желтые. А, они вот все с полосочкой. Ну, качество здесь, правда, очень хорошее. Он очень мягкий. Впитывать будет хорошо. Я люблю больше плюшевые. Я вот, у меня есть такого дома плана халат. Ну, я его одеваю, но люблю менее, чем плюшевый. Мне плюшевый больше нравится. Но я одеваю плюшевый больше по дому, когда холодно. У нас, как вы знаете, в Турции холодно. Эска. Желтый эску потом нужно отложить. Фисташковый, или как его, салатовый? Да, салатовый, светло-желтенький. Есть ярко-желтый, а есть нежно-желтый. Красненький. Красненький. И заметьте, ничего лишнего. Допустим, на рукава кантик на отвороте. Видите, вот можно подвернуть. Тот же самый материал. Вот здесь уже он выскакивает. Внутренняя марка. Да, чтобы влагу впитывал. Да, здесь у него идет кантик. И полностью вдоль этого капюшона и вниз. Могу померить, нужно. Хотите? Давай ты померишь, Ксюш. Красный? Нет, мери. Ну, давайте красный. Давай сюда в красном. Ярко-желтый. Хорошо, мы вам сейчас эску отложим. Ну, это размер. Я вообще халаты не очень почитаю, нет? Видишь? Ничего лишнего, никаких лишних движений. Ну, комфортно. И рукав длинный, что для таких, да, как я, очень важно, потому что мне вечно все коротко. А его можно так подвернуть и сделать для вас комфортную. Ткань очень приятная. Есть еще светло-серая расцветка. Да. Желтый тоже померить можно, спрашивает. Какой ярко-желтый или нежный? Какой померить? Именно? Халатики, еще раз цену назовем. 475, верно? 475. А, 455. 455 лир, прекрасная цена. Вот, кстати, эска, вот это можно помочь. Вот этот цвет приятнее, мне кажется. Это совсем цена. Ну, кто любит какой? Нет, это ж, конечно. Ага. Если любят сильно ярко. Яркий просят, яркий померить. А яркий? Да. Яркий 3XL, поэтому он сидит на вас. Да, яркий 3XL, поэтому померить не можем. Давайте просто желтый такой померить. Да, они плюс-минус все... Ну, в принципе, эска тебе нормально. С легким парем. Этот цвет вам идет? Да, спасибо. Красный не могу? Желтый я могу померить, если как. Да, давайте будет. Большой. Красный будет мужчинам любимым. Запиши, пожалуйста. Ярко-желтый эску. Кому, Настя? Нет. А, Рика. Угу. Во. Вот шоу-рум прям. Прям шоу-рум, да. Получился. Ну, все, шикарно. И у вас, видите, руки длинные, нормально, не коротко.
Просто у многих проблема, допустим, у меня, я что-то покупаю, мне все, вечно рукав короткий. Халаты я ходила, только перемерила, ничего не подошла. Да. Эска. Ну, давайте мы продолжим с полотенец, наверное. Я сейчас покажу. У нас тоже заказали полотенце, как я в тот раз купила уже. Там разные есть цвета. Лика, нижний пробер, Лика. Вот эти вот, почем были полотенчики, вы говорили? 55, по-моему, или 65? 55 лир. Вот есть розовый, голубой, ментоловый и такой, пудра. А вот эти вот все здесь по 55 или только которые с цветочком? Все. Все. Я вот такие купила. Точно такое же. Вот я купила розовое, ментоловое. Три штучки купила. Только за исключением вот этих моделей. Тот, который, вот эти две. А, это 85. Да. Хорошо. Все остальные одинаковые. Это 60, ой, 55 тоже. А ну, раскрой вот эти вот все маленькие. Можете, пожалуйста, рисуночек. Сейчас мы это уберем, и вы можете их прямо на столе раскрывать. Да, хорошо. Вот такой получается. Ой, упал. 55. Вот этот. Кто любит камушки, тоже 55 лир. Разные есть цвета. Вот этот вот серый. С бусинками. Да, есть черный, давай, фиолетовый. Давай, помогать. Вот этот цвет очень красивый. Так, давай с той стороны теперь покажем еще какие-нибудь модели. Вот это и вот это. По 55 они. Давай потом сложим. Вот это. Полотенчики мягкие, да. Полотенца мягкие, я постирала уже. Сама лично пользуюсь. Ну, опять-таки, у кого какое понятие мягкое? Для меня это мягкое. Мне нравится. И жаккардовые с цветочками. Это мы показывали, да? Бамбуковые есть, да. Мы их чуть-чуть позже покажем. Это которые самый такой бюджетный вариант. Без всего, без всяких вышивок. Могу сказать, почему. Я, допустим, беру такие, у меня младший сын, да, приходит с улицы, руки грязные, вытер. И все, и я их просто часто меняю. Да, часто стираю, часто меняю, поэтому, когда подрастет, немножко уже можно будет покупать более дорогое белье. Яркое показали? Да, показала. Вот эти вот тоже. Вот эти полотенца есть такие расцветки. А вот эти показали? Да, эти еще нет. Это не показали. 85 лир. Цена 85 лир. Я вот тоже такое люблю. С вышивкой мне нравится. Очень нежная. Но это не вышивка, это пришито. Просто такая иллюстрация. Так, следующий вариант. Вот это тоже очень интересно сделано. Ну, в Турции очень любят такие полотенца, роскошь, вот эта вся вышивка, шик. В норме вещей. Вот еще 55. Жаккард с кистями. Маленькая. Ну, это только желтый цвет есть. А еще с той стороны пойдем, да покажем. Пойдем в ванную. Давай. Ну, тут нет цены на них, не могу ничего сказать по поводу цен. Это дальше. Сделаем акцент на бамбу. Давай. Надеюсь, здесь будет слышно. Я сильно далеко так, не буду заходить. Данная моделька 185 лир. Сейчас к нам подойдет хозяин магазина, поможет нам с размерами. Сколько тут размеров указано, не указано. 100% хлопок. Ну, а размера, к сожалению, нету. С цветочками вышитые есть ли? Можешь показать? Должны быть. Сейчас покажем. Вам маленькие или большие? Мы же только что показывали. Ну, то не вышитые, то пришитые. Именно вышитые, спрашиваю. Я же такие себе купила. Банные? Но это пришитые. Вот такие цвета есть по 185 лир. И такой идет в комплект за 95 для лица. Можете в комплект купить раз, два. Кремовый есть комплект, желтый, оливковый и серый цвет. Вот это, по-моему, бамбук. Вот эти вот, когда мы в прошлый раз здесь были в магазине, нам сказали, что вот это идет в бамбук. Только что спрашивали, даже написано, видите, бамбук. Премиум, цена только пока что неизвестна и размер тоже. Мы сейчас, когда к нам подойдут, все цены попросим нам озвучить. А вы плохо видно, плохое видео. Давай с той стороны эти снимаем. Нет, тоже плохо там будет. Ну, попробуй.
тут к дверям. Скажите, пожалуйста. Расцветки бамбука. Расцветки бамбука как банные, так и для лица. Банные для лица, да, красивые цвета. Вот это цвета с цветочками. Хлопок. Есть такие еще большие банные. Цена вот этих вот 75 лир. Нет, не видно видео. Не видно что? Качество? Зависло. Угу. Ну что, полотенце мы тоже, походу, будем носить сюда? Лир. 255 лир. Спроси, слышно, не слышно? Огромный размер полотенца. Сейчас слышно? Цена какая у них? 255 лир. 250 качества. Да, видео, видно и слышно. 255 лир, вот такое вот полотенце. Размер большой. Да. Мы без вашей помощи не можем справиться. Мы не знаем размеры. И да, и без размера вы, и какое качество тоже. Поэтому нам нужна ваша помощь. Единственное, розовый, там не ловит связь. Мы все будем носить сюда. Цвет розовый, голубой, желтый и зеленый. Да, я стой показывала, сказали, не видно. Встань здесь, потому что... А на стульчик может что? Теперь полотенце, начиная от размера 30 на 50 кухонных, 60 на 40, 50 на 90, 70 на 140, 100 на 150, соответственно, все. Говоря об этих моделях, здесь размер идет 100 на 150. Угу. Они есть в разных расцветках, и в желтых, и в красных, и в фиолетовых. Это у нас идет материал хлопок. А бамбук размер какой? 70 на 140. Вот этот размер. А цена? Бамбук это 175 лир. 175 большие, лир. 85 лир маленькие. То есть для лица. Угу. У них есть еще размер 100 на 150. Вот маленькие. Это лицевые. Ну, расплатил. Вот так что положено. Еще раз цена маленького? 85. 85. 175. Да. Все остальные полотенца, кроме бамбуковых, стоят 145 и 75. Угу. Это банный или целый. Еще. Это полотенца вафельные. Комплекты тоже спрашивают вот, сейчас. Допустим, я вам хочу показать один комплект. Цена какая вафельного? 155 и 95. 155 большое, 95 маленькое. Расцветки тоже есть разные. Вот смотрите, допустим. Вот покажем вот такой вот момент. Раз, два. Угу. Конечно же, есть очень много разных. Около 10 или 15 вариантов модели полотенец в расцветках. Здесь идут в комплекте большие 70 на 140, 6 штук. И маленькие 50 на 90, 6 штук. И цена? Также 145. 145? 75. Поштучно. А поштучно можно их тут взять? Да, конечно. Эти же самые модели у нас на витрине. Угу. Просто если, допустим, человеку понравится образ фиолетового цвета, его должны будут на витрине, не проблема. Можем достать почти. Угу. Понятно. Давай, это какие-то, вы говорили, модные полотенца большие. Расскажите нам еще раз про них. Вафельные полотенца. Раскройте одно полотенце. Размер 100 на 150. Какой раскройте? Давай пудру. 100 на 150. Ага. Угу. Ну, еще очень прикольно. Мягенькая тоже. Мягенькая, нежненькая. Мне кажется, им ну, приятно вытираться. Особенно в летнее время года. Когда жарко, халатик пахнет, полотенечко. Сейчас хотите. Давай, жаккард, показывай. Давай, большое, маленькое. Вот какие цены? Компьютер тоже поможет. Не все помните, конечно.
250 вот эти вот большие вафельные. Размер здесь идет 80 на 150. Угу. Можно укрываться, спать. Как вариант. Ну да. Жаккард, давай. Вот я люблю жаккардовый, например. Жаккард 165. Маленькая. Эти большие. А маленькие? 85, да, по-моему? У них тоже есть. Цвет можно сделать. Есть с кисточками, есть без кисточек. Есть еще размер 70 на 140, 50 на 90. Ну, все равно запоминаю. Угу. Стою здесь, потому что там пропадает связь. Фиолетовая с цветами в желтом цвете. Покажите, пожалуйста, потом. А это что такое это красиво? Это жаккардовое полотенце в размере 100 на 150. 100. А цена его? Его цена сколько? Его цена 235. 235. Лер, покажи желтое с цветами. Вот то вот. Яркое, да, под халат. Ну, тогда для лица тоже надо. Ну, тогда и под, для лица подберем. Вот. В желтом цвете. Вот такое вот. Лика. Показали специально для вас. Вот. Маленькая тоже есть для лица. Под халат очень хорошо подойдет. Мы вас записали, полотенце тоже можем отложить, если скажете. Все, да. Еще какие-нибудь, давайте полотенце. Полотенце есть детская тематика. Марку и Спайдермены. Угу. Потом Фрозен. Ага, ну это пляжный, да, вариант. Кто пользуется на пляж, кто пользуется в ванной. По разной ситуации. Хорошо. Допустим, есть из футбольных команд тоже разные виды. Манчестер, там, и так далее. И так далее. А такое полотенце сколько стоит? Такое полотенце... А вон на нем написано прям. 155 лир. А, 155. Как фиолетового нет, спрашивают, а фиолетовое какое было? Такое? Нет. Как фиолетового, желтого. Как фиолетового, желтого нет. Я поняла. Вы вот этот фиолет. Есть. А, есть? Тогда покажите. Очень красивый с цветами. Ну вот, хозяин говорит, что это тренд этого сезона, что цветы очень много покупают. Вот желтый. Да, ну потому что необычный. Вот. А с ромашками. Да, с ромашками красивое такое. Давайте еще какие-нибудь покажем полотенца. Что? Просто полотенца так много людей спрашивало, и из-за связи не получается туда пробраться. Вон с вышивкой красивые наборы. Давай попробуем. Подойди, вот сейчас покажи. В любом случае, даже если видео звука не будет, видео останется. Есть такое полотенце. С одной стороны идет махра. Это как мужское. С другой стороны, ну, у них, видите, сколько раз цвета. Угу. С детской тематикой, опять же, много моделей. Большие банные, махровые, как мы, вот, рифленые, как их правильно назвать? Вот, я поняла, да, 195, такие 225. Не однотонные, которые 135, плотные. 185, вот такие вот, с цветочками. Это по 160. Уже эти мальки, да, тут? Угу. Да. Ниже 135 хлопок. Вот тут разверните, кстати, 335. Давай будем связь словим. О, какое большое оно. Вот это вот 335 лир. А цвета какие есть? Такое красивое полотенце. Розовая, синяя, фиолетовая, серая, голубая. Можешь подойти показать. Да? Мне кажется, все зависло. Есть вот такое еще полотенце. Кстати, интересное. Большое. 100 на 150 размер. 255. И 50 на 90. Это цена за пару. Это 255 набор? Да. Набор 255. Угу. Вот кто, может, хочет такой набор интересный, 255 лир стоит. Вот такие расцветки, 335 лир. Вот эти вот полотенца идут, 135. Вот такие, тоже 135. Вот эти 185. Чтобы эти показала. Раскройте одно вот полотенце, да, прям раскройте его хотим. Помните. Давай чуть. То есть, если все полотенчики идут однотонные, в данном случае, с рисуночком. Угу. Опять же, есть голубенькие, есть серые, есть и да, так далее. Посветлее, потемнее.
185 лишь. 185. Можете пройти на ту сторону, показать все кухонные. Давайте кухонные. Вот эти вот еще быстро покажите. Для ног. Все модели полотенец. Для ножек. Для ножек тема популярная. Да. Такие 95 лир, 65. Все зависит от плотности. Угу. Скатерти мы, да, в тот раз тоже показывали. 136 белая выбитая, пожалуйста. Полотенце. За 136 белая выбитая. За 136? 135, значит. Белая выбитая. Вот это вот. Розалия, мне кажется, вот это вот, скорее всего. Показывала только что. Да? Да, вот Розалия, вам вот такое вот. Не, мы вот это показывали, белое только что. Есть вот такое за 135? Есть? 235 лир, вот это полотенце. Нет, 135. А это 235, да? Да, это большое. А это 235 большое. Так, давай продолжим. Сейчас Розалия. Да, да, Лер, вот это вот, Розалия. Отложи, пожалуйста. Ну, мы в любом случае. И вот цена какая там? 135 написано. 145. А, 145. Это же это, да. Да, 145. Ну, хорошо, 145 будет оно. Давайте я покажу быстро полотенца. Смотрите, вот эти вот красивые с таким узором по 65. Вот такого плана полотенца. 175, 175. Белые, как в отеле. Это как в отеле, да? Да. Белый чисто. По 135 пить большое. Хочешь? Нет. 135 большое и маленькое. Наверное, 85, скорее всего. Они, в принципе, здесь все 75-85. Вот, такие по 65. Делайте потом, пожалуйста, скриншот, какой именно хотите. Вот, смотрите, крутые полотенца, мне очень понравились. Белые, с сердечком, 129 лир, но они очень плотные. Покажите их, пожалуйста. Смотрите, какая красота. Вот, вот это прям мне понравилось. Я люблю такое. И 129, сейчас, да, оно? Да, эти модельки очень популярны. Угу. У всех таких, скажем, больших производителей они присутствуют именно в этих сердечках. Угу. Если без сердечек большие, микрокартон тоже есть. Угу. Микро это то, что мягкий. Угу. Хорошо, а это отельная серия. Сколько стоит маленькое полотенце? 65. А, 65? 135. Хорошо. Вот еще. Кого такое просила с красным. Розалия говорит, такое просила с красным. Какое? Розалия, мы попросим вас сделать таким образом и всех остальных. Все равно этот прямой эфир мы сохраним. Вы потом просто скрин экрана сделайте, то, что мы показывали, отправьте нам на WhatsApp, Ксюша, и мы для вас выкупим. Мы в любом случае сюда еще вернемся за товаром, поэтому видео снимаем сегодня. Сердечко. А, такое, только красное сердечко. Вот сердечко разверни. Еще одно, а то не нужно? Да, нужно. Ну, а, второе. Да. Все, нет, пока разверни, покажи. А, показать. Да. Розалия, вот. Его откладываем вам? А, кстати, такое... Очень, нет, оно... Нет. Здесь плотность совсем другая. Да. Это очень-очень плотное. Мягкое, обалденное качество. Микрокартон, да, тоже. Микрокартон оно? Да. Угу. Желтое. Спрашивают под халат. Еще раз. Желтое. Не, желтого нету сердечко. А желтое сердечко? Нет, да. Розалия. Красное отложили, Розалии, пожалуйста. Нет, 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 вот того вот сердечками просили желтые. Так, мы, наверное, с полотенцами, в принципе, плюс-минус. Ну да, да, с этими. Вот эти 85, 165. Вот такие. И еще есть, смотрите, вот такого плана, 155-95. Вот так. Так, мне два полотенца фиолетового и желтого цвета. Хорошо. Цветочек, которое, скорее всего, цветочек. Давай, это в конце. Мы в конце, мы сейчас закончим снимать это и вам отложим все. Вот такие есть полотенечки, смотрите, покажу, красивые. Лики из Абхазии. Лики, эти? Смотрите, вот эти два полотенца, желтое и фиолетовое, верно вам? Да, все, желтое и фиолетовое вам отложили.
Ну что еще? Вот давайте последнее покажу. Вот такие красивые, это не то. Вот этот, смотрите, с таким красивым узором. Угу. Вот кто любит узорчики? Как вариант. Как вариант, да. Ну, смотрите, полотенец, правда, очень большой выбор. Я вам так медленно сейчас покажу. Мы, в принципе, максимально постарались все открыть, все показать вам, все, что было. Если будет запрос, если будет что-то обратно спрашиваться, интересоваться, как вы сказали, скрин сделайте. Да. Отдельно, индивидуально этому клиенту можно снять видео по этой позиции. Кухонные пошли показывать. Смотри, какая прелесть. Ух ты. На самом деле, сундучок. Вот во всех богатых семьях, особенно там в Стамбуле, ну, не знаю, в других, вот у них всегда так все стоит красиво, в ванной комнате, в сундучках эти. Да, ну. Ну, это в другой комнате, это в другом сундучке. Сердечками какой размер? Сердечками какой размер? 50 на 90. 145 лир. Вот такие классные кухонные полотенца. 145. В наборе 4 штучки. Размер 40 на 60. 40 на 60. Для понимания, 60 на 40 это вот такой размер. А ну-ка, давайте пройдусь, да? 60 на 40 вот такой. Угу. Это тоже кухонный. Цена сундучка, Рузалия спрашивает. Цена сундучка? Скажите, пожалуйста. Там не начеркано? Нет. 355 должен быть. По-моему, здесь где-то, наверное. Да, 285. О, супер. Давайте одно покажу. Это маленькие полотенчики. 30 на 50 вот такие. Поскольку не во всех моделях 6 запоминаем штук. Цены, стараемся печатать. Угу. Так, Рузалия, мы вам показали. Дальше кухонные полотенчики. Вы, пожалуйста, сразу с ценой. Цена сундучка 285. Это бочка такая круглая, вот такая интересная. Вместе с 4 полотенчиками. Да. Прикольно тоже смотрим. Цена 155. Какая прелесть есть. В корзинке. Корзинки с бисером. Плетеная корзинка. Цена? Нету. Нет. Цена где-то в районе должна быть. Цена сундучка 285. Мне такое ощущение, что... Где-то 155 вот это должен быть. Угу. Вот эти еще можно показать, которые сверху? 355 и... Еще это 50 на 90, 6 штук внутри. А, 50 на 90. Бамбук. Обычные. Нет, это хлопка. Просто тут такое ощущение, что написано. А. Угу. Поняла. Вот такие, может быть, еще какие-нибудь покажем. Схватить можно покажу? Можно. Хотите, это закончите, потом туда перейдите. Да, это прям вообще нужно показать по-любому. Скатерть, цена какая у него? Давайте расскажем, что входит в комплект. Значит, салфетницы, да, вот эти 160 на 220. Салфетки, да. Сами салфетки. 8 штук. Это салфетки. Вот такие. Угу. Королевский велюр материал. Ну, и цена, наверное, королевская. Или нет? Не могу сказать. Где-то здесь, ну-ка, посмотрите. А ну-ка. 1550. А, 160 на 220, скатерть. Размер, крем. Да. А рядом есть еще одно? Вон внизу посмотрите. Пожалуйста. А, вот, 955. Здесь такого... А, нет, это без этих идет. Вот. А, нет, все. 1350. 1350. Сейчас, давай покажу, они отличаются. Там с колечками, а здесь с бусинками. Вот и все отличие. Фасон, да. Это тоже идет королевский велюр. Еще есть аналогичная модель, льняная. Да. Такой тоже есть. Покажи набор за 145 лир, пишет Настя твоя. Вот. Здесь аналогичных наборов много. Если это да, давайте. Еще последняя скатерть, просто без всяких салфетниц. Угу. Скатерть, цена 855. Скатерти есть 160 на 110, 160 на 160, 160 на 220, на 3 метра, на 4 метра, на 5 метров. Угу. Давайте наборы. Какие вы говорили? Давайте вот такие. Такая цена такого наборчика. 75 лир должно быть. Угу, два полотенца. Два полотенца. 60 на 40. Есть вот такие. Вот три штучки входят. 150 размер. Угу. На кухне эти? Мне вот эти вот очень понравились. 165 лир? Да. Три полотенчика. Три полотенчика должно быть 65 лир. Да, да. Да? Так, дешево? А вот эти тоже, да? У них получается у всех одинаковая цена. Тут есть разные вот расцветки, сбоку покажу. Такие. По 35 лир.
Грушка, ананасик. Вот эти вот по 45 интересные модельки. Эти модели, вот эти есть. Ну, носовые платочки. Льняные. Вот такие модельки. Они почем? С рисуночками. 35 лет. 35. А 45. Раскрой, покажи хотя бы одно. Кофе. 35. 45 большие, 35 маленькие. Раскройте, вытащите один. Только вверх ногами ты показала, ну ничего. Вот, да, велосипедик. Хорошо, это 45. Хорошо, что человек не был, упал бы, да, с велика вниз. Да, а вот маленькие такие по 35. Маленькие. 60 на 40 размер, 30 на 50 размер. Угу. Это слюнявчики. Слюнявчики. Ну, можно без слюнявчика, в принципе, полотенчики давай еще покажем. Такое, цена 45. Вот эти вот хорошие. Это для сушки посуды. А, это для сушки посуды. Вот это тоже для сушки цена? Посуды. А ну, Лер, открой просто для сушки посуды. 25 должен быть. 25, понятно. И вот такие вот есть, должен. Тоненькие, по 25. Это больше размера. Та больше размера. Да. Это как вот раньше в Советском Союзе, ну, были такие полотенца. Угу. Сильно долго не жили, поэтому не знаю. Вот такие есть наборы, разные. Цена такого набора полотенец 85. Вот есть оливка. Настя тебе пишет 5 штук разных за 35 лир. Настя, Настя, вот какие? Вот эти? Или вот эти? Наверное, те. А это что такое? Вот, смотрите, оливки есть, с цветочком, с кактусом, с чайничком. Вот, ну и голубое с вазочкой. Серый тоже есть. Ну лучше давай покажем. Серый. Вот, дни недели. Давай. Есть и с оливками. Вот такой набор более 235. Достойно смотрится. 50 на 90. 50 на 90 и... Тоже 50 на 90. Прямо на русском написано. Понедельник, вторник, среда. И вот так вот вся черном неделька. Белому, да? В черном по белому, и да. Сколько неделька? Неделька стоит 225. 25. Которая с велосипедом, вы показали, пишет Настя. Настя, с велосипедом, да. Есть сколько штук? 5 разных, но их там... Эти по 45, и по 35. Эти по 45, нет? Нет, 35 написано. Ну, вы идите, попейте, конечно. Так, давай вот эти вот покажем еще. Home Country. Три штуки есть 60 на 40 размер. Угу. И есть две штуки 50 на 90. Вон они внизу. 225. И вон еще, смотри, красивые. Гюль какой-то. Да. У них цена какая? 325. 325 лир. Угу. Шикарно. Вот этот... Вот это ой, да, вот этот с фруктами прям очень крутой набор. Он... Сколько тоже, как и тот, наверное, 235. 6 штучек в комплекте. С фруктами прям, вот фрукты, оливки, дни недели, прикольно. Смотри, вот такой есть еще набор, 285 лир. Здесь тоже 6 полотенчик входит. Еще там это, какие есть? Это вот эти, которые было, вот они. А, я поняла. Мы до этого показывали. Вот они здесь. Угу. Это те же самые. А сзади там еще что-то, чуть-чуть осталось. Мы сейчас уже будем... Сзади много. С фруктами. С фруктами есть. Показали. Нет, вот эти вот. Эти три штуки 30 на 50. Цена у них 75. Пойдем покажем еще пижамки. Тоже классные. Ну, вроде бы, да, полотенчики. Здесь полотенчики как однотонные, допустим, так и они, соответственно, и цветные. 25 лир. Да. Все белые, розовые, коричневые, пудра. Вот такие маленькие. Есть еще такие наборы по 35 лир. Прихватка. Перчатка и прихватка. Разные цвета. А вот, а это мы все показали, да? Кофе, все это уже показано было. Хорошо, пойдемте покажем. Какие... То тоже показали. Мы покажем пижамки. Так, пижамки. Давайте вы нам расскажете по размерам, какая у них размерная сетка. Вот, например, теперь с первых. Смотрите, каждая модель идет вот таким образом. От M-ки, именно эта модель, до 3XL. Ага. А цена? Цена наклеена здесь. Гирлянда? 365. Это можно убрать гирлянду пока в стороночку.
365. В черном цвете. Вы знаете, как сделать? Вот так возьмите, и вот так достаньте, и посмотрим. Материал у них идет бамбу-вискоза. Ничего с ней никогда не произойдет. 365. Да. Стирать и пользуйтесь вообще без проблем. Такого плана. Из новых моделей. Вот эта модель поступила. Тоже? А, 465. Много расцветок есть. 465, много расцветок. 365. Узкие бретельки, широкие бретельки, видите? Также и с шортиками. Есть с рукавчиком, да? То есть? Да. Ты что-то там уронила. Виктория Секрет модели. О, прикольная. Есть, а что это за материал? Под шелк что-то? Это бамбу из козы идет. Цена ее? Ее цена? Ее цена. Бесплатно. Сейчас, одну секундочку. 535 лет. 535. Все, мы сейчас сами разберемся. Да, на этих деточках цены есть. Да, все. Так, история секрет. Теперь вот такая пижамка есть. Тоже 100% хлопок с шортиками. Внутри шортики однотонные, без всего, без рюшек. Цена 385. Тоже бамбук. Дальше. Плана модели. Он продает шлейфы, я не продаю шлейфы. На бретельках. 365. Размер, вот интересно, какой у них размерная сетка. Все под запрос. Угу. Давай вот длинные покажем. Здесь халатики. Здесь халатики. Угу. Пижамы. Сейчас уже лето. Ну почему? Может, у кого-то кто-то хочет себе. Такая в какую цену? 365. Ты там на свое усмотрение, на свой вкус выбираешь. Цен. Так, это тоже штанишка, но цены нет. Модели пижамок периодически поступают, поэтому они у нас будут. А вы нам, когда что-то поступает, можете скидывать фотографии, что поступает? Периодически это тоже. Это бамбук. 495. Размеры есть. А мужские, давай вот несколько мужских покажем. 285 лир такая. Цветы. Настя спрашивает цветы. 255. Настя, что значит цветы? Можно подробнее? Цветы. Что значит? Скажи, пожалуйста. Пойдем сюда. Цвет получше. Будем уже заканчивать наш обзор. Покажем еще коврики. Коврики, которые можно в коридор постелить. Коврики тоже идут от самых маленьких до трехметровых, до квадратных, прямоугольных. А цены от и до? За квадратный метр, скажем, грубо. Где-то в районе 100 лир. 100 лир квадратный метр. Примерно. Все. Давай перевернем камеру. Теперь, если, давайте, опять же, будут новые модели, мы их будем, конечно, пижамы выкладывать, чтобы все видели, смотрели. Если будут вопросы, мы будем задавать напрямую вам. Угу. Ну, вы, соответственно, можете задавать их мне. Так. День, ночь, не имеет значения. Да-да, мы вам и так пишем часто. Да. Простите нас. Без проблем. Вот это пижама с цветами. Настя, это пижама. Если бы вы могли бы ее пощупать, на самом деле, какой он приятный. Ну, бамбук, потому что, да? А цена ее еще расскажи. Цена ее 265 лир. 265, но она очень мягкая, очень нежная. Какого размера идут вот эти бамбуковые штучки? От моделей. Эска, в некоторых модельках эска начинается, 2XL заканчивается, в некоторых вообще 3XL. Это под запрос, да. Вас благодарят за прямой эфир. Говорят, спасибо вам большое. Благодарим, да, что уделили нам столько времени, все подробно рассказали, все прям
людям понятно, мы-то знаем плюс-минус, но настолько детально, где какая плотность нити, какие где размеры, мы этого не знаем. Ну, это еще наш, не весь эфир, конечно, мы еще можем продолжить. Да, не в следующий раз можем сделать эту полочку за смерть, она примерно вторую, третью. Нет, конечно, каждый раз товары обновляются, цены. Мы не всегда это могли показать, потому что на самом деле есть красивые полотенца и очень красивые. Мы будем завершать наш прямой эфир. Благодарим вас за внимание. Сейчас мы с Ксюшей вместе подключимся, чтобы нас было видно. Большое спасибо за обзор. Мы ждем ваши заказы. Этот эфир сейчас обязательно сохраним в нашей ленте в Инстаграме. Также загрузим на наш YouTube-канал. И ждем от вас ваши заказики. Принимаем. 18 числа у нас будет вылет. Если кому-то нужно срочно и не хотите автодоставкой, то мы можем вам все это привезти в Москву 18 числа самолетом быстро. Ну, а кому не срочно, автодоставка. Вот, и хотела сказать, пожалуйста, когда будете делать заказ, максимально подробно пишите, какая фирма, потому что на видео, в принципе, все видно, все мы показываем. Допустим, если с цветами, то, допустим, там, с крупными цветами, с мелкими цветами, там, хотя бы примерно. Естественно, лучше, желательно еще со скриншотом. Ну, скриншот уже будет после эфира. Ну да, после эфира, конечно. Желательно сделать в ближайшие дни, потому что товары могут не оставаться. Это магазин оптовый в продаж, поэтому здесь, допустим, пришел, заказчик купил тут полмагазина, да, увез домой, и как бы ничего, конечно, не останется, и придется покупать по новой цене, как уже сказал нам хозяин. Вот. Благодарим вас за внимание, спасибо большое, что были с нами. Рады вам помочь в выкупе и доставке товаров. Всегда ждем ваших заказов с удовольствием, вам все доставим и поможем. Под видео прикрепим свои контакты на WhatsApp. Я думаю, многим из вас было бы удобнее общаться на WhatsApp, потому что все заходят в основном через VPN в Instagram. Ну и благодарим вас за внимание, благодарим, что вышли в это время, в субботнее, в наш прямой эфир, что были вместе с нами. И, конечно же, ждем ваших заказов. Кто что-то у нас уже заказал, Лика, напишите, пожалуйста, нам сообщение, чтобы у нас сохранился ваш контакт в Инстаграме. Спасибо большое, всем пока-пока!